приветствую тебя, Сатан. Очень рад, что вы оба вернулись на родину в этот трудный час. Сергий удвоили свои победы. Феникс, и не похоже... этого не может быть. Палач рассказал, как ты пал от рук сергов. Как ты оказался живым? Но после неудачного поражения мое тело было восстановлено за братьями. Сейчас я нахожусь в холодной, но полной жизни оболочки робота-драгуна. Не хотелось бы потерять тебя снова. Ерунда. Нет сюда в поражении, пока не побежден дух. Я все еще способен служить Айуру. Но хватит слов. Вот что вам обоим нужно знать. Алдайс и Конклав объявили нас предателями. Сейчас они хотят арестовать и предать казни темных храмовников и Саратула. Я не могу поверить, что они могли зайти так далеко. Перед лицом полного истребления они все еще придерживаются древних традиций. Да, и это делает их еще более опасными. Они охотятся на тебя даже сейчас, Хасадар. И хотя я и проклинаю себя за это, буду стоять с вами до конца. Энтару Адун, благородный Феникс. Палач, похоже, что если мы хотим сохранить наш мир, мы должны защитить темных храмовников от наших же собственных собратьев. Мне больно говорить это, но Конклав не должен стать у нас на пути. Так, и всем привет, с вами Джим Райнер, и я продолжаю проходить первый StarCraft. Поехали. Ты и предатель Тассадар должны сдаться суду Конклава. Мы схватим Саратула, поместим в заключение и поступим с ним так, как написано в законах Кхала. Беги к своим хозяевам, Алдарис, и спрячься с ними во тьме, ибо ничто не может быть важнее спасения нашего народа. Бегите. Так, тем временем звук чуть-чуть потише, скорость побольше. Кажется, там одного из моих убили. Ёбушки-воробушки, сколько у меня ресурсов, а? Ну давай, тогда вот так сделаем. Хуйню, конечно, делаю, но пофиг. Так, все спаслись. Два зелота сдохло. Не, один. Тассадар, это у нас Феникс. Сейф. Сердце Конклава. Феникс, Зартул, Тестрелл должны выжить. Окей. Инструкции. Так. Как я могу помочь? Принимаю. Нет, хуйню я заказывать не собираюсь. Мне бы вообще до базу. По-хорошему. Так, кстати, я же богатый человек. Пора бы развиваться. Давай фабрику. Так, одна газилка, как обычно. В их репертуаре, так сказать. Так, и барак. Еще 4 штучки, я думаю, хватит, да? Ну да, 4 штук хватит. Так, подожди, где? Так, это обычные темные храмовники. Обожаю их. Храмовнички мои. Дорогие. Так, и на передовой поставим еще одну фабрику. И нормалек. Так, тем временем мы эти тюнтели пиздуют. Так, сейчас у нас уже вторая эта фигня достроится. Не будет хорошо житься нам на белом свете. Не знаю, зачем я сразу две поставил, но фиг с ними, пусть будут. Thank you.
кстати. Ах ты. Мразь. Мразота. Ты мразота. Здрасте. Вот что такое. Щекотно. Щекотно ему. Щекотно, щекотно. Попадают. Бежать. Очень хорошо. Бегите, глупцы. Так, все, вы домой. Так, тут у нас 4 раба имеется. Так. Что, зелотиков или как? ЧКЗ, оно. Блин, взял, просрал одного темного темпларчика. Блин. Робототехника нужна. Бухта поддержки роботов. За права роботов, нахуй. Опа. Черик. Я нашел базу. Я нашел до базу. Так, быстро занимать ее. Так, фотоночки у нас имеются? Имеются. Хорошо. Куда можно влепить? Сюда можно влепить. А потом пилончик. А желательно два. Вот так, все, погнал. Вперед, вперед, вперед. Два, три. Так, зелотов зафигачили. Пробочки. Еще сотни срезали. Так, стоп. 200. Блин, тогда мне не хватит. Так, помочь что ли? Ну давай поможем. Блять, ну я ж попросил, блин, через shift все построить. Нет, обязательно нужно выебываться. Блять, мне ведь сейчас выломают колебало. Это мои или их поумирали? Буду надеяться, что их. Смерти моих я не потерплю. Это обсервер противника тут был. Ну давай. Ни один опс противника не выживет. Потому что я так сказал. Так, где? Вот, нашел. Апгрейд пошел. Еще пробок. Минералы кончились. Внезапно. Ну что, у нас еще до базы имеется. Кто это? О, скоробейчик подъехал. Группа зелов. Здравствуй, скоробей. Так, какие апгрейды? Плюс 5 скоробеев. Улучшает. Повреждение скоробеев. Улучшает. Ускоряет движение шаттлов. Скоробеи. Скоробеи. Ну это для скоробеев все. Ну давай. Дамаг скоробеем. Урон есть. Не написано. Понятно. Так, ну я думаю, на этой базе уже достаточно рабов. Вот, пригодятся. Я бы туда вообще пару фотонок вылепил. Хотя бы пару. О, еще один скоробейчик подогнал ко мне. Урон сотка. А будет 125, насколько я понимаю, да? Насколько я понимаю, да. Так, еще рабы подъехали. Твое слово, храмовник. Ага. Давай так вот. В стиле с второго СК. Забаррикадируем между пилонами. Кстати, да, прикольно получается. Давай еще. Давай, власть. 40, 50. Ну ты, блядь, влепишь? Сколько можно ждать, когда ты влепишь здание? Оса. Красавчик просто. Так, раскачиваем базу. Даже не знаю, сюда можно тоже еще немножко. Но хорошо, что хоть дали ресурсов. Не как в прошлый раз. Да и вообще в прошлые разы. Только вот я их всех просрал. У меня их не осталось. Я просрал все ресурсы, которые мне дали. Вот дерьмо. Так, работаем.
Так, тут еще две пробочки подъехало. Так. Идет прокачка. Давай грейд на броньку. Или на атаку. Даже не знаю, что лучше. Совершенствование завершено. Это какое это? Ну, дальность стрельбы сталкером моим, да? Наверное. Так оно и есть. Так, сюда больше пробок. Потому что могу. Готово. Ну, тут уже хороший такой паровозик пошел из рабов. Так, тут тоже он уже создается. Еще один-два раба, и тут тоже будет славно. Так. Ох, мать! Все, бро, концы те. Бля, ты шо? Ты шо сделал? Не, ну вы видели, что он сделал? Это ж капец. Спецкоробей вхуярим. Ну и давай тут газилку влепим все-таки. Почему бы и нет? Помогать. Обсервер! Подъехал! А теперь песос, нам песос. Наши войска атакованы. Ничего. Их мало. Мать! Здрасте. Паровозик! Домой! Домой, 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 домой! Бить! Фух, ушатал. Ох, блять, концы мне. А где второй-то? Где второй? Жопа! Здрасте, ребят. Я тут к вам на секундочку заехал. Я скоро уйду. Так, срочно, группа сталкеров меня запилили. Ну, еще скрабеев. Господи, с этими дарками вообще капец какой-то. Ты дебил! О, минус дарки мои. Минус мои блядские дарки. Все, нет у меня дарков, нету. А еще штучек 4 туда отправим. Газилку, блядь, хотел сделать, да конечно. Сделаю я газилку. А, блядь, я их таки не отправил. Тут, я думаю, они тут мельтихают. Отлично. Опс, минус. Неплохой деф с зданиями получается у нас. Отлично. Группа дебилов. Какое вот это? То? Да, то. Вот черт. Минералов мне подкатили, пожалуйста. Минеральчики надо. Ай, нет, минеральчики. Так, тут тоже грейд готов. Господи, 300. За что? За что вы так жестоко со мной? Давай сюда. Зератульчик мой. Горячо любимый. А...
Ну, с такими-то активами мы смогем что-то провернуть. Хоть что-то. Так, заказ. Так, во всех, да, это сразу всем идет. Заказ. Хорошо. Так, вернувшиеся вновь. Так, давай зелов апнем. То немедленные какие-то. Да, ходят что-то как-то криво. Да ёптить, а ну давай. Все, молодец. Блин, мне нужно 500 на заказ зелотов. Эй, вы, ты что там дрочишь? Ну сюда. Так, скорбешки мои. Понятно. Кому уже достаточно, а кто только начал. Так, ну это... Шаттлы. Это для шаттлов апгрейды. Да, тут 125 урончик у нас. 34. А у этих сколько? 180. 160, ну, блять, они не будут добивать, это плохо. Давай зелотиков пачку закажем. Зелотов. А вот и драгоны подъехали. Воу-воу-воу! С пилонами за пара. Никаких запар с пилонами. Отлично. Тут мы прикольненько все забаррикадировали по фэншую. Так, ждем пачки зилов и выступаем. Тут у нас ноги зилам доделывается. Так, кто-то идет. Как я и думал. Стенка у нас замечательная. Отлично справляется, так сказать. А вот этой фотонке что-то как-то не сладко пришлось. Почти слилось, между прочим. Я туда так старательно пихал. Прости, фотонка. Ну да, два выстрела это ничто. Драконы. Зелоты. Чё, на меня идут? Ёптить! Убить! Блять, если сейчас убьет моего этого друга, будет совсем хуёв. Не-не-не-не-не. Ах. А чё они по Фениксу-то жахнули, а? Палач. Ёпта. Феникс! Дебила кусок, вот почему. Зератул слился. Сука, контроль их еще. Так, вроде бы спас. Сука, там, правда, капец какой творится. Жесть просто. Сука. Просто такая пенетрация. Так, все, вам держать позицию. Не, ну без группы сталкеров я туда не отправлюсь. Драгунов, во. Сталкеров. Драгунчики мои. Блять, воздух. Привет. Нахуй. Да-да-да, сейчас я дам тебе выйти. Хрена они резвые. Оказывается, они теперь такие по жизни резвые. А во втором Старкрафте они только на спринте такие. Они теперь по жизни тут. Здорово. Так, что там Грейдус? Грейд идет. Так, это наш опс. Наш. Попиздовали. Господи, у меня тут Феникс еле живой просто. Вместе с ним пойдут сталкера мои. Свеженькие. Так, я думаю, под расход мне не помешают зилы.
Драгоны тоже хорошо, но зелы мне нужны. 5. Так, за Тасадара. Где Тасадарники мои? Так, отряд Тасадарников имеется. Так, хорошо. Пятерка, вот она. Где шестой? Где шестой? Кто он делся-то, а? Сука, он тут. Шестерка есть. Шестерка дебилов. Сука, бля. Ты что, через шип не умеешь работать? Да, поставить-то. Блин, вроде умели же через шип раньше работать. Так, группа 3. Группа 4. Ой, блядь, в соло идут. Дебилы пошли в соло. Все, пилоны прибыли, строимся. Группа дебилоидов вперед. С кем вы деретесь, а? Это группа дебилова. На какую группу эти? Да вот, все, пошли. Да похуй на них. Вперед. Let's go. Let's go party, come on buddy. Уничтожить. Ну вы дебилы, что ли? Вам сказано, что делать. Вперед, дрочить их. Дрочить неистово. Что там происходит? Феникс, разберешься? Я на тебя надеюсь. Этих двое. Если не разберется. Да они какие-то жирники. Да ну нахуй, я лучше отряд сталкеров закажу, и они разберутся. Блять, они, кажется, здание расхуярили. А, не, это с поля боя. Шмяк! Вот, блять, успели выстрелить все-таки. Так. Подкрепление там с кем-то жмется. За углом. Да, они все тут выживут. Так, эти там подкрепы встречают. Блять, нас сзади прессят. Ниби. Ну почему вы на него идете? Чем больше атаковать некого, что ли? Так, вы на них. Эти в эскорт прикрытие. Так, у нас тут междоусобица. Двигаем на подкрепу нашим. Давай за наш двор. Погнали. Так, тут мы еще с кем-то пытаемся бодаться. Ну и хуй с ними. Так, элитка моя, элитка общества. Погнали через низ, дальше. Монатих. Я же знаю, что они там. Блять, нас что-то зажимают неистово. Ну-ка, давай-ка поможем им. Давай поможем найти дебилам выход. Все, блять. Все дебилы с района. Фокус. Поэтому. Все, кто могут. Фокус. Мать твою. Я понял, что мне строить. Я понял, я ваш намек понял. Даже по два в очередь закажу, чтобы
не забыть. Да ёпти, теперь минералов мало. А. Есть. Видишь ли, у нас тут посос малёха. Давай, там одно здание. Убить! Есть. Расхуярили. Подкрепа в пути, друзья мои. Что это там такое? Зелотус. Дас из Зелот. Уничтожить. Так, хорошо. Так, тебе не надо. Армия! Армия моя ратная! Убить! Куда вы гасите? У нас тут дебил, Ордус Дебиликус. Давай! В бой! Так, там мы всех аннигилировали. Молодцы. Молодцы. Так, Скорбей. Идете туда? Не знаю куда. Но тут же есть проход. Должен быть. Да, вот поползли. Хуя ты быстрый. Показалось. Так, двигаем. Так. Играю почти полчаса. Ну и пофиг. Дай же выделить тебя. Все, так. Ой, заебался я заказывать юнитов. Просто заебался. Зачем мне столько юнитов? Сейчас, блядь. Сука, у меня в чистую они пошли. А ну отставить, отставить, отставить. Так, ребят, 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 погнали, погнали, погнали. Вперед, вперед, вперед. Вижу впереди хуйню. Вижу хуйню. Вижу хуйню, бью хуйню. Так, все, все, все. Погнали, погнали вперед. Что там происходит? Давай. Так, еще группа дебилов. Вперед. Блин, какая же не классная миссия. Нифига не классная. Нужно мясом просто брать и давить постоянно. Задалбывает. Немножко. О, там архончики. Скучно. Блин, темно, свет бы кто включил. О, зелотик. Ого, хороший зелот. Троих угасил. Спасите, блядь. Сюда ползи. Ай-яй-яй, штормит. Пукан штормит. Так, зелоты подошли. Гасить. Так, нужно зелотов. Сука, 400 трачу на это. А смысл? А смысла в этом нет. Ой, блядь! Еще и так! Вообще приплыли просто, называется. Че, вообще ничего нет? Ну, блин, ну хорош толпиться, мы, может, пройдете, не знаю. Драгуны в своем репертуаре, нахуй. Залп! Почти угасили. Давай, 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 нам совсем чуть-чуть осталось. Ей. Рассекретили, нахуй. Господи, сколько можно их убивать, а? Убить! Убить мелких. Умоляю, убейте их. Просто убейте. Меня так заебали. Фух, ушатал хоть кого-то там. Хоть кого-то ушатал. Погнали, погнали, погнали. Давай, 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 давай. Вперед. Ну куда вы отступаете?
шо вы тут толпитесь, а? Ну прошли вперед. Толпятся они, блять. Убить. Нигилировать. А ну. К пидорам его. Отправьте. Ой, блядь, проблемы. Ой, еще зелы. Капец. Капец их тут. Господи, я так еще на ускорение играю. Сколько же их тут, а? Только посмотрите. Давай, наверное, заглянем, посмотрим, что у нас сверху находится. Там у нас, по идее, где-то паз должна быть. Так, ребят, давайте сюда. Че там, как не родные? О! Зелы подошли. Еще зелов, больше зелов. Наши войска атакованы. Господи, как же долго их там пилять, а? Все затрахали уже. Так затрахали. Ж капец. Что тут происходит? Это мои зелоты? Блять, а у меня антивоздуха нет там. Мне нужен антивоздух туда. Эй, дебилы! Ордус дебилик. Убить. По нему! Так, ты вниз. Есть, хорош. Есть, нашли себе цель, молодцы. Вы сюда. Коврик для мышки, что ли, купить? Вы сюда. Сюда. Такое чувство, что там сейчас батон вылетит. Такой мясистый батон. А у меня нихуя против него не будет. Да, он там батонятни есть. Давай отключать батонятни. Туда. Ну что тут дрочите, а? Вам сюда, между прочим. Так, для справки. Там тоже. Эти тут стреляют по всему, что видят. Батон! Какой я догадливый, а? Какой же я, блядь, догадливый? Какой же я молодец, а? Догадливый-то какой я? Ушатайте его, пожалуйста. Драгоны, драгоны! Вся когорта драгонов, спасайте! А, все, нормаль, нормаль. Нормаль, драгоны. Отбой, тревога. Все, забить. Все, заебись. Когда миссия-то закончится, а? Затрахался уже. А, блять, великий бой. Ну, блять, я почти все там ушатал уже. Наконец-то. Палач, Алдарис. Нужно прекратить это безумие. Я не могу больше смотреть, как брат убивает брата. Хоть я и уверен, как ты решишь мою судьбу, Алдарис. Я предаю себя в суду Конклава. Энтаро Адун, палач, не сдавайся. Заебись просто. Ромауник Тассадах. Своими действиями ты опозорил своих собратьев. Ты отказался уничтожить миры землян. Ты покинул родные миры в самый трудный для них час. Но самое страшное — это то, что ты объединил свои силы с темной силой падших. Что скажешь в свою защиту, падший храмовник? Алдарис, я предаю себя правосудию Конклава. Но знайте, я пожертвовал всем, что у меня было. Званием, постом, гордостью. Я даже нарушил древние традиции, но если бы мне вновь пришлось выбирать, я не дрогнув пошел бы по тому же пути, ведь я храмовник и поклялся защищать свой мир до конца. Ну что ж, на этом я закончу. Собственно, всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.